Рождество – это жизнь с избытком. Когда Иисус родился, рождение Его – это было как приход Бога в сферу человеческой жизни. Бог всегда участвовал, но как посторонник. Имеется в виду, Он не как человек был, Он приходил, участвовал, подсказывал, советовал. Но тут Бог захотел стать частью, войти как человек. И это сверхъестественно. Поэтому Библия говорит, Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 по 23 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «С нами Бог». Зачем пришел Иисус? Зачем пришел Бог на землю? Для чего ему надо было родиться и прийти? Два главные причины, зачем он пришел. Первое, чтобы мы спаслись. Второе, не только чтобы человек был спасенным, но чтобы человек имел жизнь и при этом имел с избытком. Поэтому тем больше направления, где человек взрослеет в Боге, тем больше этой жизни. Заметьте, написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Это имеется в виду больше, чем нужно для себя, чтобы было более чем достаточно, чтобы кому-то еще помочь. Жизнь с избытком – это была цель прихода Иисуса. Заметьте, жизнь с избытком, смысл Рождества – это желание Божие, это воля Божия, это то, что Он ожидает от нас. По-другому, чтобы каждый из нас имел Едемский сад в своей жизни. Но для того, чтобы иметь жизнь с избытком, сначала нужно получить спасение. Потому что для чего пришел Иисус? Первое, он спасет людей своих от грехов. Скажите, спасение. В этой жизни есть важные вещи, есть второстепенные. Жизнь с избытком здорово, но без спасения оно теряет смысл. Мне надо быть в раю в конце концов. Скажите амин. Поэтому можно добиться что угодно, можно что угодно, где как, нарисоваться как угодно. Слава Богу, но это не самое главное. Самое главное, чтобы ты был спасен. Никогда не теряй свое спасение. Не шути со своим спасением. Потому что это, в конце концов, самое главное, самое важное и самое приоритетное. И вот получается, что здесь написано, что Он спасет людей своих от грехов их. А тогда есть доступ к жизни вечной, к жизни с избытком. Для того, чтобы пришла жизнь с избытком,
Все, что надо у тебя, это расти. Человек должен расти. Чем больше направления взросления в твоей жизни, тем больше жизнь с избытком наблюдается. Заметьте, что жизнь с избытком – это не количество денег в кармане. Это жизнь твоя наполнена миром, радостью. Вы понимаете? Это человек, который приносит пользу. Это человек, который от него люди не убегают, не шарахаются от него. Это много чего. Это тебя любит, ты любишь людей, ты уважаешь, тебя уважают и тому подобное. Это жизнь с избытком, это жизнь со значением. И особенно в Божьем Царстве, в обществе и другим людям. Как один человек сказал, в конечном итоге, люби Бога и люби людей. Вот, это суть, умей любить Бога и умей любить людей. Как только одно из этого буксует, твоя жизнь пустует. Вот поэтому получается, нужно взрослеть. И когда мы взрослеем, то жизнь с избытком Божьей начинает умножаться в нашей жизни. Вот если ты пойдешь куда-то заниматься спортом, допустим, ты будешь стоять и качать свои руки и ноги, ты можешь быть сильным, но очень негибким человеком. Знаете, как носорог или бегемот. Сила есть, но не умеет ни налево, ни направо поворачиваться. Это не жизнь с избытком. Так. А можно быть балериной, которая ничего не кушает, да, и изгибаться, как веревка. Но при этом нет силы никакой. Это тоже не жизнь с избытком. Так. А можно быть таким же гибким и таким же сильным. Но ты не можешь напрягаться больше 2 минут. Выносливость у тебя нет. Через 2 минуты спасайте меня кто-нибудь. Значит, тоже это не жизнь с избытком. Поэтому надо, чтобы была и сила, и выносливость, и гибкость. И при том, что я заметил, если заниматься с одним мышцей какой-то, а игнорировать второе, через время игнорирование мышцы начнет давать о себе знать. Поэтому точно так же в христианстве. Надо возрастать во всем, и в больших вещах, и в маленьких, и в мелочах, и в отношениях с людьми, и с Богом, и в молитве, и в слове, и в служении. Все это взято вместе делает тебя крепким человеком. В чем же нам расти? Конечно же, тут бесконечно, в чем надо расти. Бесконечно. Но я сегодня решил взять 3 основные вещи, которые мне на сегодня считаю, что я должен делать ударение, в чем нам надо расти. Номер 1. В благодати Божией. Надо расти в Божьей благодати. Заметьте, что во всем надо расти, но особенно в Божьей благодати. 2 Петра 3 глава 17 по 18. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о всем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Дьявол работает только одним путем. Путем увлечь тебя. Больше у него нет другой пути. Он только увлекает, 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 а и потихоньку ты погружаешься в что-то, то, что не надо. Это увлечением, это его метод работы. Вот, 18 стих. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Первое, в чем нам нужно расти? Нужно расти в благодати Божией.
Заметите, что мы читали с вами. Там не говорится «возрастайте в благодать Божию», точка. Там написано так: «возрастайте в благодать Божию и в познание Господа, нашего Господа Иисуса Христа». Вывод: нету возрастания в благодати без параллельного вместе идущим с этим ростом благодати познанием Господа Иисуса Христа. Мы растем в Божьей благодати по мере того, как познаем Господа Иисуса в нашей жизни. Потому что у многих христиан есть такое понимание, как будто Бог на небе, да, с большим ведром благодати. Да, и Он отливает там чуть-чуть тебе, смотрел, как ты живешь, снова отливал. Если мы зарабатываем его, получается уже не благодать. Бог дал нам бесконечную благодать сразу. Однако же, не вся она открывается в твоей жизни сразу. Не она, не вся, но дана уже благодать. По-другому, ты определишь, сколько благодати поработает в твоей жизни. Определяет ты. Благодать Божия, в ней надо расти. Вот смотрите, как написано 2 Петра 1 глава, 2 стих по 9. «Благодать и мир вам да умножится». Обычно мы думаем, что вот я сижу, и с неба выливает, а умножается благодать в моей жизни. Неправильно. Надо читать до конца. «Благодать и мир вам да умножится». Где оно умножается? «В познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». То есть, где умножается благодать? В познание Господа Бога Иисуса Христа. Как от божественной силы Его даровано нам все потребные для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Это одна часть. Вторая часть: удалившись от господствующего в мире растления похоти. В мире похоть господствует. Притом похоть в разные направления. Это главный царь там, похоть. А здесь главный царь Иисус. Заметите принципиальная разница между рожденными от Бога и нерожденными от Бога. Поэтому, когда мы пытаемся быть похожи на них, мы выглядим смешными и для ангелов, и для демонов. Поэтому заметите, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. То вы, прилагая ко всему все старание, покажите в вере ваши добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительность воздержание, воздержание терпение, в терпение благочестие, дальше в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, растет, имеется в виду, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа, то, что нам надо. А в ком нету сего, то, что мы перечислили, тот слеп и забыл об очищении прежних грехов своих. То есть не развиваться во всем, что мы перечислили выше, может отменить прежнее очищение грехов, которое произошло в день твоего покаяния. Поэтому в христианстве мы не принимаем спасение после этого. У меня билет есть на небо. Да здравствуй казино. Нет, так не работает. Получается, нужно это хранить. Исходя из всего, что мы читали сегодня, расти в благодать означает: первое,
познать Господа Бога. Это зрелость. Два. Христоподобие. Я становлюсь более и более подобна Иисусу Христу. Третье. Надо прилагать старание, чтобы расти в благодати. Быть Христоподобием означает также видеть, как видит Иисус. Мыслить, как мыслит Иисус. Видеть людей, как видит их Иисус. Смотреть на ситуации так, как смотрит сам Господь Иисус. Мы знаем с вами, что к Ефесянам 2 глава Библия говорит, благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар. Как мы благодать на спасение, где мы с вами купили? Нигде. Оно уже было. Неверующие, которые ходят на улице, благодать для спасения есть для них или нет? Да. Но почему-то они не принимают ее. А как мы с вами приняли? Объясняю вам. Вы услышали проповеди, и вы подумали, и вы решили согласиться со Словом Божьим. Значит, благодать Божья начинает работать в тебе с момента, когда ты начинаешь соглашаться с Богом. Тебе нужна благодать в бизнесе, начинай соглашаться с Богом по поводу бизнеса. В любом направлении оно начинается с согласия. Второе, мы не только согласились молча, мы исповедовали грехи наши перед Богом. И мы приняли его. Покаялись, короче. Как только мы покаялись, благодать Божья для спасения заработала. И мы спаслись. Да не от нас, но покаяние мы должны были производить. Надо старание, шаг делать, и благодать включается. Так во всех вопросах. Потому что вся благодать, которую надо, Бог тебе уже дал. От тебя требуется полное согласие и прилагать старания. Иногда нужно не один шаг, а два, три, четыре, а потом раз, все включился. И заметьте, там написано обетование Божие, которые пришли. Вот, соглашаясь с обетованиями и прилагаю старания, и благодать Божия начинает увеличиваться, увеличиваться, умножаться и расти в моей жизни. Второе, надо расти во спасение. Нужно расти во спасение. Стареть неизбежно, а взрослеть – это решение. Взрослеть – это само собою не приходит. Это решение, за которым должны следовать определенные действия. Тогда есть взросление. Нам нужно взрослеть во спасение. 1 Петра 2 глава, с 1 стиха по 3 стих, Библия говорит: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Третий стих. «Ибо вы вкусили, как благ Господь». Поэтому возрасти во спасение несложно. Нужно атмосферу, условия кормить как надо, избегать некоторых болезней, и рост само собою приходит. Рост во спасение приходит, когда мы как можно дальше от всего греховного и дьявольского, как можно дальше. Невозможно расти во спасение, если ты плаваешь в озере греховного и дьявольского. Исключено. Второе. Когда я расту во спасение, это означает
Я расту в познании все, чего, для чего умер Иисус за меня. Третье. Кем я стал из-за того, что я принял Иисус? То есть, кто я и какие у меня ответственности? Когда расту в том, кто я, и расту в моих ответственностях, я расту во спасение. А в моих ответственностях это также тут входит и мое призвание. Говорится, возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам возрасти. То есть не получится расти, если не возлюбить молоко Слова Божьего. Надо возлюбить. Это означает, естественно, не приходит. Надо себя к этому приучить. Третье, в чем надо расти, и с этим заканчиваем. Аллилуйя. Нужно расти в благословении. Нужно расти в благословении. Первое. Важное. Благословение – это сила Божья, которая помогает тебе быть успешным и добиться результата во всем. Коротко говоря, благословение всегда превращает пустыню в сад. Всегда. Благословение работает так. Пустыня становится садом. Всегда. Благословение так работает. Проклятие – это тоже сила, только зла, которая разрушает все, что у тебя есть или что ты делаешь. Это сила разрушения. Коротко говоря, проклятие делает сад пустыню. То есть, когда проклятие приходит, сад превращается в пустыню. Мы же, исходя из Галатам 3 главы, 13-14 стих, Библия говорит, «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавший за нас клятвой, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе». 14 стих. «Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». 29 стих. «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Наследники чего? Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира». Мира не в смысле покоя, а земля. Но праведностью. Поэтому получается, мы с вами имеем благословение. Поэтому смотрите, как написано здесь. 26 глава Бытия. 12-13 стих. Исаак. Исаак сеял в земле той. Это во время засуха. И получил в тот год ячменя во 100 крат. Так, от чего у него получилось 100 раз больше получить? Так благословил его Господь. И стал великим человек сей. И возвеличивался. Больше и больше. Так что стал весьма великим. Смотрите, уже благословение есть на нас. Мы из того рода, который верою в праведность Божию стали наследниками благословения Авраамова, как Исаака. И значит, на нас есть благословение, и мы попадаем в любую пустыню, она становится садом. Почему я это говорю? Потому что когда мы в это начинаем верить, и мы начинаем к этому, прилагая всякое старание, сразу же благодать на это включается, и благословение начинает работать. Поэтому Библия говорит к Римлянам 8:28.
Это место Писания мы все знаем заранее, наизусть. Написано, причем знаем, что любящим Бога, призван по Его изволению, все содействует ко благу. Как это называется? Это называется Божие благословение на тебе. Это означает, куда бы ты ни пришел, тебя выбросили в лесу, там начинается процветание. Вы понимаете? Это Божие благословение. Корни, которые втягивают Божью жизнь в нас, какие? Первое. Увеличивая знания и информацию. И оно должно быть понятно и ясно тебе. Знания, информация – это один из корней, который втягивает, вот это все к тебе через знания и информацию. Второе. Твоя вера. Ты так согласен и уверен, что ты на это даже полагаешься. Третье. Действие. Заметите, бездействие – это то, что мы сказали, прилагать усилия. Бездействие. Рост не начинается. Рост начинается то ли в благословении, то ли в благодати, то ли в чем-либо с момента действия. Получается, чем глубже эти корни информации и знания, вера наша, действие, тем глубже эти корни, тем больше сверхъестественное участие Бога в делах наших. Он начинает включаться больше и больше, и небо включается, и ангелы включаются, и Дух Святой включается, и помощь приходит, и неожиданности, и сюрпризы, и чудеса. Начинает приходить причина. Мы запустили корни глубоко. Скажите аминь. Это потому, что мы росли. Это потому, что мы хотим жизни с избытком. А это потому, что Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. А это потому, что Он нам родился. А это потому, что... Последний слайд. Это потому, что Рождество. Скажите аминь. Аллилуйя. Это потому, что Рождество. Для этого пришел Иисус. Как и 2000 лет назад, сегодня любящий Бог прикасается к людям, освобождая и исцеляя их. Его любовь способна сдвинуть любые горы и изменить любые обстоятельства. Он был глухим. Никогда не слышал ни одного слова. Сейчас ему 40 лет. Иисус пришел, чтобы спасти его, и открыл его уши. И мы радуемся. Вы можете присоединиться к служению пастора Генри Мадава посредством личной молитвы и финансовой поддержки и через это стать соучастником в великом деле Божьем. Для этого зайдите на сайт Церкви Победа или позвоните по телефону, который видите на вашем экране. Христианская Церковь Победа приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и в 14 часов, а также в среду в 19 часов. Ожидаем вас по адресу Киев, улица Малинская, 16, недалеко от станции метро Академгородок. Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53. Если вы нуждаетесь в молитвенной поддержке, звоните на линию жизни плюс 380 44 501 69 36.